Всем привет! В этом видео я покажу, чему равна площадь трапеции. И для этого мне понадобится трапеция. Я назову ее трапецией ABCD. Вот. На самом деле нет ничего проще, чем понять, чему равна площадь этой трапеции ABCD. На самом деле трапеция – это всего лишь четырехугольник, у которого две стороны параллельны. Или это два треугольника. Вот. Тогда я могу сказать, что площадь трапеции будет равна сумме площадей треугольника ABD и площади треугольника ДБС. Вот. А площадь треугольника АБД равна произведению его высоты на основание. Это у меня половина произведения высоты BH на основание АД высоты. BH на основании AD. А это площадь треугольника BDC будет равна половине произведения вот высоты сейчас, которую я нарисую. Высота вот такой вот. Вот. Так, я возьму белый цвет. То есть площадь треугольника ДБС равна половине произведения высоты DH1 на основание BC. На BC. Вот. То есть на самом деле площадь нашей трапеции равна вот такой вот сумме. 1 на BC плюс BH на AD. Но несложно заметить, что высоты в трапеции равны. То есть BH, вот это вот, BH равна DH1. Поэтому мы можем записать вот такую штуку. Будет 1 вторая BH на BC плюс 1 вторая BH на AD. Или я выношу BH за скобки, у меня получится... Нет, я выношу не только BH, я выношу 1 вторую и BH за скобки, и у меня тогда получается 1 вторая BH на сумму BC плюс AD. Итак, можно сказать, что площадь трапеции равна половине произведения его высоты на сумму длин его основания. Ну и еще это обычно говорят, что это произведение половина суммы оснований трапеции на высоту. Хотя кому какая разница?